А на какой музыке вы росли? То есть вот что вы слышали, будучи школьником, допустим? Как любые питерские пацаны, ленинградские. Да, по-разному. Да, ну, да. Нет, я очень эклектичный, я очень любил, как, спасибо, кстати, вот этому, если бы не любовь к Ласковому Маю, я могу сказать честно, искренне, никогда бы в жизни не написал ни одной хитовой песни. Ну, вот, во всяком случае, в том жанре, в котором мы существовали. И при этом я обожал весь рок-клуб ленинградский, и там Екатеринбургский же, да, был? Да. Вот. Свердловский, да. Свердловский, да. Совершенно верно. Да, правильно, думаю, какая ты, думаю, как Екатерина Свердловский, конечно. И Алисаман, и Киноман, и там, когда Нау появилась. Потом появилась группа Круиз, вот с Гаиной, с этими тяжелыми гитарами, там, Черный кофе. Вот я как такой некая губка, которая впитывала все музыкально интересно. Вова Пресняков, потрясающий на тот период, просто ну, такой Майкл Джексон наш российский. Ага. Вот потом появилась там группа Кармен, Боня, в общем, все-все-все. При этом Нирвана, Металлика, все. Но я музыкальный человек, я этим жил, я этим болел, я скупал все пластинки, которые были. И мне было интересно максимально открыть для себя что-то новое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».